Более 3000 проверок и рейдов, сотни выявленных нарушений, около 2,5 миллиона рублей штрафов. Такие цифры привел журналистам руководитель управления Россельхознадзора по Курганской области Андрей Лушников. Работа ведомства идет по нескольким направлениям. Выявление санкционной продукции на рынках, ветеринарные земельные надзоры, контроль карантина растений, качество зерна. Особое внимание уделяется исполнению решений руководства страны о запрете ввоза продуктов из определенных стран. В частности, речь идет о странах Евросоюза – США, Канады, Норвегии, Австралии, Турции. Более 2 лет Россельхознадзор следит за санкционной продукцией, и результаты есть. В 2016 году изъято и уничтожено более 5,5 тонн сельскохозяйственной продукции. Система отлажена. Вместе с ведомством работают пограничная и таможенная службы, полиция, ГИБДД. Журналистов также интересовало земельное законодательство, продовольственная безопасность регионов, фальсификация продуктов и правила выбора качественных молочных и мясных продуктов к новогоднему столу. Если нет понятной, значит, даты срока реализации, а это бывает, и если непонятный состав, если вы просто-напросто боитесь продукцию покупать, ее не надо рисковать, несмотря на цены. В рамках пресс-конференции состоялась также церемония награждения победителей конкурса СМИ, который проходил с 1 февраля по 1 декабря 2016 года. Корреспондент информационного агентства «Курган.ру» Валерия Печорских была отмечена благодарственным письмом. Юлия Пастухова, Александр Менчиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».